Так, доброе утречко! Чё-то я не понял, уже спать, как я вообще здесь оказался. Идем гуляем мы опять. Раз, два, три, четыре, пять. Давай, побежали. Кто там смотрит на меня? Чё там смотришь-то? Стоять! Стоять! Сейчас куда-то. Ну пойдем, пойдем, прогуляемся здесь немножечко. Кто идет, тот куда-нибудь обязательно придет. Нифига не вижу. Я не вижу нифига, я не слышу нифига. Он говорит, иди к двери, но я туда не пойду. Какой двери? Я знаю, что меня там обманывают. Давай, поехали. Поехали. А мы поехали наверх. Так. Чё у нас тут? О, телевидение у нас тут есть. Ты только глянь, ты только посмотри. Интересненько, интересненько. Дверь. Странная дверь. Опа. Так, одна из трех дверей выход. Так, две закрыты из них. Значит, логично, что вот это. Так, куча картин и куча загадок. И сиди угадывай, кто есть кто. Так, и мне код нужен будет, да? Так, 7 плюс 18, 25. Вот это что? А, есть какая-нибудь подсказка? 10 умножить на 20, 200. Тоже нифига, да? Кого тут колокольчик? Плюс чувачок. Никак я это должен все угадывать. Так, Васильич в маске. Это, ну, типа, человек в маске. Ну, это, типа, Петя, да? На дуре Петя. 4. Хорошо. Шляпа плюс этот. Непонятный человек, наверное. Нифига себе, молодец. 4-6. Так, давай дальше. Вот это вообще непонятно. Может, Васильич? Да ладно, 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 ладно. Я не верю в свое везение. Так, вот это я не понимаю, что изображено. Может быть, это я? Нет, это не я. Васильич! Нет! Так, ладно. Trap it in the dark. Ё-моё, опять в своем сне просыпаюсь. Еще бы вспомнить варианты ответа, которые я до этого отвечал. Было бы нифигово. Здравствуйте. А мы бежим опять. Пора бы нам сюда прибегать. Мы будем бежать, мы будем бежать, загадки отгадывать снова опять. Так, давай, поехали, поехали. А то там все закрыто у нас. Так, телек включаем. Причем там снизу вообще ничего не открывается, но это мне типа подсвечивает, что сюда идти. Идите, говорит, сюда, молодой человек. Кто идет, тот обязательно придет. Так, первую дверь. Так, давай сразу здесь. Я думал, что это я. Может быть, это Васильич? Один. Так, здесь было 200. Здесь. На что я указывал? На Васильича? Да.
Здесь 25. А вот это мутное, это человечек. А вот это, по-моему, Петя. Да, отлично. 4, 6, 6. Один же, да, это не 7. Ну, по-любому один. 4, 6, 6, 1. 4, 1, 6, 6. 4, 6, 1, 6. Ё-моё, сейчас перебирать, это будет фиг знает сколько. Так, 4, 6, 6, 1, да? 1, 4, 6, 6. 1, 6, 4, 6. 1, 6, 6, 4. 6, 1, 4. 6. 6, 6, 4, 1. 6, 6, 1, 4. 6. 4, 1, 6. 6, 1, 4, 6. Подожди. Значит, я где-то что-то делал не так. Это точно? Однёрка, а не семёрка. Просто она выглядит как семёрка. Ну, вроде как один, но вроде как и семь. А мне подсветить даже нечем. Один, шесть, шесть, четыре. Ну, она, видишь, она в бок идёт. Давай семерка попробуем. 7, 4, 6, 6. 7, 6, 4, 6. 7, 6, 6, 4. 7, 4, 6, 6 было. 4, 7, 6, 6. 4, 6, 7, 6. 4, 6, 6, 7. 6, 4, 7, 6. О, в натуре семерка была, прикинь. Ё-моё. Так, шестерки там что-то. Так, подожди, чё я куда открыл? Василич? Василич, у тебя там явно какие-то проблемы. Непонятно с чем, но проблемы имеются. А, мне по порядку надо во все эти зайти. Во, ну как. Так, фонарики есть. Хорошо. Пойдем. Блин, мне вот эти звуки аж пугают. Да пошел ты нафиг! Нифига себе, я еще ключи должен все найти, да? Так, есть один ключ. Ну давай-ка, давай-ка, все поищем ключики тогда. Что за фигня? Причем какая-то палевная фигня. Блин, ну а реально он же меня поймает, это мне с самого начала все придется. Уходи! Бегает тут, бегает. Суету наводит.
Может, старенький Василий снова здесь бродит. Так, еще один ключ. Это замечательно. Так, ну он вроде как ходит по одной траектории, так что это вроде как не сильно и это. Так, капкан. Главное не наступить. А то будет как-то невесело. И по-любому один из ключей там, где он бродит. Блин, ну чё ж ты не тут-то, а? Ну давай, давай, последний ключик. А то палевно как-то. Вот, кстати, смотри, здесь, кстати, лампа светит. Может, типа подсказка, что тут... Нифига нету. Получается так. Так. Да ладно. Отлично. Так, третья дверь. Так, и что мне тут делать? Давай какое-нибудь простенькое испытание, где я не могу здесь никак проиграть. Было бы неплохо. А какого фига? И что, я сейчас вот с самого начала все начну это делать? Да ну это вообще, это какая-то жесть, мысль. Вы угораете, что ли, или чё? Ну ё-моё, а. Я даже не понял смысл. Отвернулся назад, спереди кто-то появился, меня поймал. Вообще офигенно. А чё мне там надо было делать? Не, ну вот это вот зашкварно, вот так вот бегать. А может я могу что-нибудь это? В натуре. Может я просто сохраниться могу, да и все, вручную. Надо бы, кстати, попробовать это сделать. Чтоб не париться. Надо будет попробовать. А то вот так вот, вот как-то душненько начинает становиться. Вот эти вот по новой пробежке. Так, что я там? Всего шестерок начинал. 7, 4, 6. 6, 4, 7, 6. Да. Василич! Понятно все с тобой. Ну-ка, давай-ка попробуем. Чтобы было, как говорится. Я уже не помню, где я здесь ключи все взял. В частности, не помню именно про второй ключ, где я его нашел. Так, вот здесь.
Так, ключ я здесь нашел. А, вот здесь, по-моему, был. Еще один здесь сейчас будет слева. Ага. Так, отлично. Так, давай вот еще раз. Чтобы понять все вот это дело. Может, мне бежать просто надо вперед. Там, наверное, сзади за мной бегут. Ну его нафиг, я не буду оборачиваться. Что, все надо было просто так пробежать? Серьезно? Ё-моё. Ну пойдем дальше. Так, выход. Пойдем на выход. Надеюсь, меня ничего здесь не поймает. Буду всегда бегать. Постоянно буду бегать, чтобы ничего не пропускать. Раз, два, три, четыре, три, четыре, пять. Что-то далековато бежать. Еще на всякий случай. А то мне же какой-то это идет. Палевность идет. Цена ошибки слишком высока. А тебе эту минуту никто не вернет, понимаешь? Или не понимаешь? Так, наверное, надо лечь в кровать, типа, спать. Да. Ох, лягу во сне посплю. Во сне буду сон смотреть. Ты кто? Тебе что надо? Я вас не звал, идите нафиг. Василич? Блин. Лучше бы я не просыпался. А то я... Блин, больно. Еще и зуб выбил, опять к стоматологу идти. Хоть фонарь не забрали. Только под глазом поставили вторую уже и все. И буду идти по пути там, где ничего не подсвечено. А, мне надо все обойти. Ага. Да блин! И все по новой, да, сейчас так как? Офигеть! Вот это прикол. Вот это да, вот это номер. Давай, пошли. Вон он ходит.
Так, ну давай. Я просто не знаю, это будет работать, нет? А за это... Кстати, они вообще исчезают. Прикинь, чё. Просто все берут и исчезают. Да иди нафиг! Пошел вон! Все, ну он догоняет. И оно сейчас по-любому сбросилось. Смотри. То есть у меня сейчас вообще не жмется на этот, когда меня ловит. Понял, да? Приколюшка. Короче, надо будет, как я его вижу, начинать от него бежать. Максимально быстро просто брать и загружаться. Вот такой вот прикол у нас здесь. Специально сделанный. Там его слышу. Вон он ходил. Вон ходит. Пошел ты нафиг. Так, давай, если оно обманует систему, мне пофиг. Ну просто я не хочу вот так вот по 100-500 раз ходить здесь бездумно бегать. Смысл-то понятен весь. Иди нафиг. Сейчас посмотрим. Ага, офигенно, я вообще загрузился. Это здесь так не работает. Так, а можно я... понятно. Так, что у нас это? Интро, наверное. Скорее всего. Мне кажется. Или мейн. Давай мейн посмотрим. Нет. Да все, ну дай мне за этого-то. То есть здесь вообще, когда катсцены идут, здесь эскейп вообще не работает. То есть это все-таки у нас был это, да, шел? Я так понимаю. Интро нашел, да? Да. Бегаешь тут, бегаешь. Так, он справа где-то топал.
Так, это он же шел, да? Вон опять он шел. Да ты надоел. Че ты там ходишь-то? Так, вот здесь у меня откроется, значит. Где-то я пропускаю один буквально. Может здесь? А, не, отсюда вышел. Вот мне спереди вот этот красный надо. Походу все. Так, идем по правой стене. Сюда, быстрей. Все, вылезли наконец-то, ништяк. Так. Зашли мы в домик. Так, ребят, ладно, на этом мы закончим данный выпуск. В следующий раз мы все допройдем. Вообще замечательно. Я офигею. Это мне сейчас отсюда еще вот так вот надо будет нам выбираться. И каждый раз я буду смотреть вот на эту катсцену. Это прям, знаете, так прям вязко, так медленно все идет. Прям вот это вот открывание и так далее. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, не забывайте нажать на колокольчик. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертник. Всем отличное настроение, ребят. Всем удачи, всем пока. Давайте. Всего хорошего. Давайте, ребят, до встречи. Еще увидимся. А то я сижу тут по 5-6 роликов за день, пилю, что-то чуть-чутка прям подустаю, поэтому они такие коротенькие. К отпуску готовлюсь. Да, вернее, я уже в отпуске, когда вы смотрите, по-любому. Если там не разбился нафиг где-нибудь. Вот все. Все, всего хорошего. Давайте, ребят, до встречи. Всем пока.